6 июня 2016 года открылась выставка народного художника Российской Федерации Сергея Николаевича Андрияки в выставочном зале Министерства внутренних дел Российской Федерации, студии художников имени Верещагина МВД России. Выставка называется «Сергей Андрияка. Русский художник-путешественник». И для этой выставки мы отобрали 25 акварелей всемирно известного русского художника-акварелиста. И, конечно же, нам очень приятно, что мы давно сотрудничаем, плотно, плодотворно сотрудничаем с школой акварели Андрияки. У нас есть совместные выставочные проекты. И это один из очередных таких проектов. Замечательно, что на этой выставке представлены акварели, которые не участвуют в постоянной выставочной программе школы. И нам хотелось показать разные живописные уголки мира, чтобы показать, как художник достигает разных эффектов и отыскивает буквально вот эти вот впечатления, тонкие впечатления в своих нюансах, в разных состояниях природы. Здесь вы увидите звездную ночь в горах и полуденный зной в парке. Вы познакомитесь с английским пейзажем, болгарским пейзажем. Увидите красоту Ордынки и Новокузнецкой. Здесь же старый Устюг и Рязань. И, конечно же, во всем этом многообразии фантастическое владение, виртуозное владение различными техническими приемами и живописными эффектами, которыми безупречно владеет художник Сергей Николаевич Андрияка. Для нас было очень важно и интересно показать на этой выставке передачу разных состояний природы, разных времен года, разного времени суток. Потом мы специально подчеркнули, что Сергей Андрияка русский художник-путешественник, потому что у каждого художника свое мировосприятие, у каждого человека свое мировосприятие, а у художника в особенности. И ментальность, безусловно, накладывает свой отпечаток на особенности мировосприятия и мировоззрения человека. Эта выставка богата впечатлениями, состояниями, и нежная, трепетная акварель с ее чистым цветом, с многообразием вот этих вот нюансов и состояний. Она, конечно же, отдает это впечатление зрителю, и мы надеемся, что вы оцените эту выставку и посетите наш зал. Выставка продолжит свою работу до 10 сентября 2016 года в студии художников Верещагина МВД России по адресу метро Новослободская, улица Селезневская, дом 11, строение 2, кроме субботы и воскресенья. Мы ждем вас всех в гости.